Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также BeWorld и Руф, и сегодня у нас спуск с горы без тормозов GTA 5. Здорово, пацаны! Итак, ребята, сегодня у нас новенькая серия по спуску с горы без тормозов. Сегодня у нас есть вот такая огромная рампа, и в конце этой рампы у нас есть новый прыжок, по которому мы и будем прыгать через всю карту GTA 5. Вкратце о правилах. Мы прямо сейчас будем спавнить тачки рандомным образом и на рандомных тачках прыгать через всю карту GTA 5. Победивший в каждом раунде имеет право сделать себе 3 рандомные тачки из реальной жизни, проигравшие по 2. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал и на телеграм, там много полезной информации. Итак, под самое начало мы делаем по одной рандомной машине, это будет как бы такой жеребьевочный раунд, да, делайте по тачке у Паши Хамыч сразу, ёпарэсэте, нифига себе. У Паши машина есть, у меня тоже, и у Гриши. Ой, это что такое, это что-то похоже на какой-то запорожец, нет вообще? Ну, что-то да, такое да, есть. Так, а Паша здесь или Паша вылетел? Паша здесь, НСУ, да? НСУ. Так, мужики, короче, стартуйте, я за вами. Давайте вы первые, я за вами стартую. Ну, посмотрим, что получится. Такой первый раунд. А вообще, мы здесь, конечно, вот ребята не так часто записывали вообще эти вот рубрики с рандомом на этом серваке, поэтому, возможно, какие-то тачки вас удивят сегодня. Посмотрим. Но я вот так. Пашу догнал. О, хорошо, погнали. О, отлично. Ни хрена себе, не, мужики, ну я прям вообще, я дико улетел на самом деле. Окей, первый раунд будет за мной. Вы в одном месте упали по карте, смотрю, да? А, ну да, 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 примерно. А кто из вас дальше? Паша. А, Паша дальше. Запорожец не взлетает. Запорожец не взлетает. Короче, получается, что сейчас я зарабатываю 3 балла, Паша 2 балла, Гриша 1 балл. Я прямо запарковался, можно прям здесь оставить машину, в принципе, и идти домой. Хорошее такое местечко было здесь оставлено мной. Пока отмечаем экстрабалл на карте, не знаю, будет ли дальше сегодня, посмотрим, но пока неплохо, идем дальше. Так, продолжаем, ребята, собственно говоря, у нас новый раунд. Итак, мы сейчас делаем, я делаю 3 тачки рандомные, вы по 2, только эти машины вы свои удалите, чтобы они здесь не мешали. Ё-моё, что это? Что за хрень? Паша, я это помогу удалить, да, я удалю это. Так, делайте пока по 2 машины, что у вас там даже, да, по 2. Даже интересно было бы узнать, я пока делаю себе 3. О, ламба у Гриши неплохо, у меня здесь первая, ё-парэ-сэ-тэ. Так, GTA-шный. Паша, мы что не учитываем. А, у Паши удаляются предыдущие, а Паш, это не поэтому. Да, смотри. Скулбой, это да, это реально. Скулбой. Это реальное, да. Ой, бой. Первая, вторая. Ой, бой. О, Магнум. А, точнее. А, да, у тебя GTA-шная. У меня Дракнова, пацаны, и. Porsche обалденная, опять-таки. Опять-таки, мы записывали. Что выбирает лучше, как думаешь? Я думаю, что, конечно, ламбу. Там уж смотри. И прикол в том, что мы записывали, помнишь, себе прыжки, и тоже были Porsche сплошные. Вот у меня уже 2 раза подряд Porsche выпадают, и я ее и беру себе на этот раунд. Итак, что у вас там в итоге? Гриша выбрал себе что? Ламбу беру. Ламбу. А где Паша у нас? Паша, ты что там делаешь за пределами? У Паши Дони и мобиль. Кукусяндр мобиль. Чего? Паша, кукусяндр мобиль. Короче, поехали, мужики. Давайте его первое за вами. Даже давай, интересно. Поехали. Паш, давай стартуй за Гришей. Ну, так, здесь могла быть ваша реклама. Погнали. Да, действительно. Это когда уже отчаялся, понял? Ну ладно, поехали. На самом деле, ой, какой Поршик у меня, я не ошибся. Хотя у вас там тоже, по идее, крутые тачки, но... Так, ну я в этот раз лучше полетел, но кто-то улетел жестко. По-моему, мы тут оба улетели с кем-то. Да, мы тут с Пашей полетели. Ёо, Паша, ты куда? Это капец. Охренеть, Паша полетел на кукусяндр мобиле. Я, короче, падаю. У нас это рублевка, у вас это что, я не знаю. Как вы там, мафия какая-то. Короче, озеро где? Короче, где озеро на Вайнвуде? В смысле... В смысле, Ешка? В смысле, летишь на Ешке или что? Не-не-не, или... Ешка это дом такой, буквы Е. А, я понял, понял. Короче, я упал за Вайнвудом сразу же, и вот здесь вот. Но вопрос, где Паша у нас остался, это самый главный вопрос. Паш, ты он, где? Походу, далеко улетел. Охренеть, Паш, пока стоит там, я сейчас отмечу на карте экстрабалл. Экстрабалл в конце дает 1 балл победившему, ну, тому, кто улетел дальше всех, точнее говоря. Так, окей, собственно говоря, Пашу мы отметили, а где упал Гриша? Сейчас посмотрю по карте, точнее, через спектейт. Отвернулся обратно уже на эту. Короче, да, это да. 3 балла, ну, это кубы, Паша. Да, 2 балла мне, 1 балл Грише. Но идем дальше.
Итак, теперь Паша делает себе три тачки, а мы с Гришей по две, да? Так, у Гриши так, первая это i8 неплохая. Так, я пока делаю себе тоже. Это GTA-шная пока не считается у тебя. Так, и... Дочь. О, неплохо. У меня здесь... Это прадик. У меня прадик какой-то лангованный, как будто прадик какой-то длинный я слишком. А, у тебя три Паша, да. Первый у меня, это не считается, и это, ё-моё, короче, у меня здесь есть две машины, прадик такой себе, и это еще хуже, 115 под капотом, чего? А у тебя, по идее, даже не знаю, что брать. Ну, мне, наверное, i8 пошустрее будет, чем Да? Ну, смотри, да. 200, а Дождь, по-моему, 170. Формула-1 у Паши! Ты чё, читер, что ли? Чтобы вы понимали, вы катаетесь у меня по воздуху, короче, на самом деле. Я думаю, что нужно сделать... Я вот так вот сейчас, наверное, сделаю. Вот, теперь вы у меня катаетесь не по воздуху. Я буду только здесь кататься. Да. О, Паша, мы байки тоже считаем, если они реальные из жизни. Из реальной жизни, да. То мы их считаем. Все, мы начинаем. Давайте, мужики, стартуем. Это получается третий раунд у нас уже. Но я не знаю. По-моему, у меня здесь самая овощная по скорости тачка максимальной. Посмотрим сейчас. Мне кажется, моя опять не затащит тачка. 700-800. У меня только сейчас 600, братан. 670 я упираюсь. Ёпарасоте. 700 на прыжке я полетел. Я, походу, опять на ешку лечу. Слушай, я не знаю. А Паша цепанулся, да, Паш, перепрыгивай. Слушай, я буду дальше тебя, прикинь, Гриш. Да. Ну, только ты, может быть, по накату еще как-то, конечно, поедешь. Не, я прям в дом лечу. А, реально, прикинь, я тут, ну, у меня была скорость меньше, а я, видимо, то ли она легкая, то ли что. Так получилось, я проехал дальше, отличненько. Надо было Dodge выбирать. Наверное. Тут фиг угадаешь, честно говоря. Пока ждем Пашу. Так, Паша стартует у нас, но я не знаю, по-моему, тебе нужно было нос сломать этой формуле, чтобы прыгнуть. Ну, не знаю, конечно, честно говоря. Ну, поэтому... Я специально сказал, бери формулу, чтобы Паша шатался. Офигеть, ты меня трясешься. Ну, Паша в итоге полетел. Воу, ниха себе. Ну это... А, нормально. Офигеть, Паша полетел. Ну это очень хорошо на самом деле. Да, это очень хорошо. Опять-таки, есть, конечно, машины, которые через всю карту летают, но их не так много. Ну, как бы, чтобы было поинтереснее, сами понимаете. Вот, но Паша второй раз ставит экстрабал, да, видимо? Ты был? Ну ты слушай, да, прям вообще Паша летит на формуле. А они суммируются, получается, сколько их? Не-не-не, один экстрабал, это вот как бы самая дальняя тачка. То есть сейчас Паша, если побьет свой экстрабал, просто не будет новый экстрабал. Вот, а дается бал тому, кто в конце, ну как бы, чей это бал будет, тому он и дается. Все, получается, короче, Паша запарковался. Кто дальше всех прыгнет, тому и экстрабал. Да, тому экстрабал. Все, и понял. В итоге, а Паша не побил свой экстрабал с прошлого раунда. Окей, блин, неплохо. Надо было Dodge брать. Но на возможно, возможно. Он лучше летит, я сейчас проверил. Ну да. А, реально? Ладно, идем дальше. Продолжаем, ребята, и прямо сейчас Паша опять делает себе три тачки. Так, это что такое? Это та машина уже, которая выпала тебе? Или что это такое? Да, вот это вот. А, о, Титану, Гриша, Титан вообще обалденная тачка для прыжка, думаешь? Насколько я знаю, да. Так, у меня пока... У Паши вообще этот Джексон Шторм выпал. Нормально. У меня пока... Так, первая есть и вторая есть. Это китайская, смотри, у меня. У тебя? Не-не-не-не, это вообще имба. Глянь под капот у нее скорость. Под капот, глянь. Серьезно? Скорости. Да, глянь. Сейчас, подожди, посмотри. У тебя выбор тяжелый, потому что тебе... 417. Да, у тебя две тачки обалденные, честно говоря, и выбор реально сложный. Блин, у Паши вот здесь... У Шторма есть реактивка. Я знаю, как реактивка работает. Да, хорошо, хорошо. А окей, поехали, получается. Не, ну я имею в виду, его можно было потом уже, падая вниз, использовать, я про это говорю. Но смотрите сами. Так, ладно, на самом деле... Я взял китайца. Я справа еще еду. Я офигеть, просто полетел. Пошел Лифан. Обалдеть, да. Гриша просто улетел в космос. Какая скорость была на прыжке? Я не знаю, у меня тут аналоговая приборка включилась. Что-то больше 1000, да. Обалдеть. Я тоже самое не прогрузил сейчас. А, давай, Паша, прыгай еще раз. На самом деле, я падаю, как ты в прошлом раунде, Гриш, летишь. Вот прям туда же, один в один. И как а бы... я лечу на Занкуда, походу. А, новый экстрабал получается? Блин, не упал знаю, около твоей BMW. Так, значит, смотрим пока за Гришей. Спектейт подрубаю. Ты, да, это экстрабал новый за Гришей теперь. А если никто не побьет его, то в конце Грише еще балл один дадим за... Сейчас, подожди, смотри, самый смотри, дальний смотри, смотри, сейчас будет. Рикошет, прям... давай. Рикошет еще, бац. А, ну такое себе. Хотя он... Ну, так. Подожди. Ну что-то пошло с горы. Вот ну смотри, сейчас, да, спуск без тормозов с горы уже пошел. А рулить да, можно, нас... нет? Рулить можно. Рулить можно, блин. А газ, тормоз нельзя, разумеется, да. Ну я тут не смогу рулить на крыше никак. Ну как рулить? Так,
Смотри, ну ты нормально поехал, да? Прям вообще круто. Отлично, отлично. Так, пока Гриша едет, пока едет, Паша у нас полетел или нет еще? Скажи, пожалуйста, Паш. Так, Паша только разгоняется, окей. Так, смотрим за Гришей, а ты все, окей. Так, пока стой там, я сейчас отмечу на карте этот экстрабал. Офигеть, он, где он? Офигеть, он далеко, вообще обалдеть. Ну это за Зангудо это. Принципе, это очень нормально. Далеко. А Паша в итоге у нас летит, и Паша дальше меня будет. Ёпа, рысоте. Да, короче, Паша дальше меня буквально на полквартала. Ну, бывает, чё, что... Да, бывает. Ладно, будем отыгрываться, потому что по баллам пока мы примерно как бы одинаково идем. Там Паша побеждал нас больше. Ну, посмотрим, что будет дальше. Впереди самое интересное. Так, теперь получается, опять-таки, мы сейчас все лишнее отсюда удалим, чтобы здесь ничего нам не мешало. Три машины, да, с тебя три, да, Гриш, тачки. С Паши две так, и с меня фокус, две. Фокус. Так, я пока себе делаю. Ага. Первое это... О, чит, УАЗик! Отлично! Да, это я понимаю. Такое? Это у тебя все чит, и чит. Так чит, это первый, чит. Это первый выпал, у тебя было больше. А, прикольно еще Honda Odyssey, но это, разумеется, нас не интересует, потому что у меня есть УАЗик, и это имбовая тема. Так, что там у вас? У Гриша пока ничего не загружается. У меня Паши не загружается, здесь... я тут смотрю на количество... О, это бэха, так, смотри. Так, у Паши... Да, вижу. Это что за бэха? У Паши Брахам есть и есть Супра. Так, у тебя бэха, да, это прямо интересно. И... О, читак, 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 обалдеть, два щита у меня и у Гриши. А, подожди, ну, а какую брать? Чит, я да, думаю, наверное, щит, да. Конечно, да, да, да. Да, бэха кислая. А да, это тоже кислая, скорее всего. Ладно, да. Поехали, да, Паш, стартуем, мы тебя там все. Где-нибудь догоним. Ой, все. Ограничение скорости снимаем, нет? А слушай. Я думаю, не хватит скорости, чтобы поехать так. Да? Ну, да. А, давай, давай, мне кажется, смотри. Ну посмотрим, что 1200, а мне вот кажется, максимум будет. У вас сколько оно да. Убирается? 1400 с чем-то, но если есть нитро на H, такое отдельное, то оно как бы пробивается само. Ну, короче, ну, полетел. Слушай, я 1000 полетел. Что за фигня? Что за прикол, что 1200, но я не доеду до твоего экстрабала, понимаешь? Это вообще да? Прямо, да. Ну это хорошо, это мне блин, нравится. Просто есть разные читы. Есть, которые быстрые летают хорошо, есть, которые быстрые и плохо летают, есть, которые медленные и летают хорошо. Там, короче, прям короче, полная каша мала. Так, ну я пока лечу, слушайте. Я лечу плюс-минус на церквушку. И ага. Это неплохо. А еще, если словить какой-нибудь классненький рикошет. Давай, 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 давай. Ну, я думаю, тебе это не поможет до меня добраться. Ну, до твоего экстрабала, да, не поможет 100 пудов, да, но... Ладно, главное, что 3 балла в этом раунде мои. Давайте посмотрим пока за Гриши. Гриш у нас упал, это у нас аллея звезд, а или что это? Нет, ну, короче, нет, это центр. Не долетел, это центр, стройки, да. Да, да. А Паша где? А Паша, ты чё, Паш? Паш. Я на кубах был. Ты уже обратно вернулся? Давай, по... не спеши удалил, так быстро. Не, ты, не спеши, да. Да, на кубах был. Потому что бывает, знаешь, вот у Гриши был в прошлом раунде не чит, а улетел дальше всех, поэтому там не спеши. Короче, да, это пока 1 балл Паше, 2 балла Гриша, 3 балла мне. Идем дальше. Окей, продолжаем. Ё-моё, что это такое? Что это, за танк? Это Абрамс, что ли? Что это так, такое? Так, это что, Камара, да, я так понимаю? А, да, у тебя это Камара, да, прикольный. Камара. Так, у меня 3, наконец-то. Я делаю себе 3. Давайте сделаем. Фига у тебя пушка во все стороны катается. Яма Порше странная. О, я на этом поеду. Да-да-да. Так, первая Камри какая-то странная. Или, а, это Королла. Это Королла. Это Королла? Это что такое? Первая. Ой, Бэтмобиль. Обалдеть. Поджирик. Так, что взять? Я думаю, что, конечно, Porsche. Опять Porsche. У меня уже третья Porsche за сегодняшний ролик. Я Porsche как-то мне... Они выпадают часто мне почему-то на прыжке с горы. Короче, да, неплохо. Так, у Паши здесь Ford Focus. У Гриши здесь Камара. Ну, давайте, мужики, да, стартуйте за вами. Я думаю, Камара получше будет, чем Поджирик. Слушай, мне кажется, он вообще хороший на самом деле. Сейчас посмотрим. Да, посмотрим. Такое. Сколько скорость? 820. А что-то у меня там, меня обманули с этим Porsche-то, алло. Какие 620? Чё? Там под капотом 200 с чем-то было, алло, чё за обман, скам? Да ну нафиг вообще, прямо, я такого так, не ожидал. Это антиэкстрабал, короче, будет. Это самый худший прыжок. А, нет, или был кого-то еще хуже? Нет, не было. Я прямо на клуб упал. Прямо на клуб. Вы там вместе запарковались, получается? Да, пока да, стоите да. Там, сейчас будем линейку прикладывать. Объехал Паша? Да, он объехал, я в здание ударился. А, так, подожди, получается. А, вот здесь. Так, это у нас, да, Грише 2 балла, Паше 3 балла. Мне 1 балл в этом раунде. Буквально раунда 2 осталось у нас, поэтому поехали. Так, ну что же, продолжаем. Это что? Это что, это лиас? Или что это такое?
я не помню, как называется. Ну, это что-то интересное. Так, короче... Не, ну он даже ехать не может. Смотри, что он делает. Он как кубик крутится. Ну, он. Поэтому у нас две тачки, бро. Поэтому, ладно, на самом деле я делаю себе... Так, у меня первая такая, а вторая это вот такая. Мне нравится. Так, это, блин, 190 и 160. Я балдею просто. Так, ладно, мустанг у тебя, да, неплохой по идее. Так, что там у Паши? У Паши там подбор. У Паши чит. О, Паша Гелик, который летает просто обалденно. И чит этот ГТР. Но ГТР еще не летающий, дам подсказку. То есть он летает неплохо, но не самые крутые прыжки на нем получаются. Короче, поехали, Гриш. Че у тебя? Вижен? Вижен, да, вижен у меня. Странный GT. Какой-то. Ну, есть такое, да. GT. Ну, который, да. Какой-то новый там. Ну, так, ему, ну, наверное, уже много лет. Ематы поехал. Да, мужики. Такого скама я не ожидал. Но у меня 690-730 у меня, на самом деле. 800 было там. Да? 700 чем-то. Кто тяжелее, кто легче? Я буду легким? Слушай. Ты вроде легкий, да. Ну, вопрос приземления. Вопрос приземления. Да, лечу. Мы с тобой одинаково летим? Ты на дом падаешь? Да. Отлично, стой там. А я чуть дальше. Нет. Да, я чуть дальше. Паша, короче, на чите там, да, ты прыгал? Не особо далеко получилось, короче. Но я... А, по прямой ничья, Гриш, у нас с тобой. Здесь ничья, если так смотреть, да, у нас с тобой по 2 балла в этом раунде. А у Паши... Не-не, в 3 здесь у Паши. Было бы неплохо, но не в этот раз. И впереди последний решающий раунд. Итак, Паша опять делает себе 3 тачки, а мы по 2 с Гришей. BMW. Да, прикольная вроде как. У меня первая это Z4 и... вот это Cobra Jet, то, что мне надо. То, что я и искал. Это да-да-да, надеюсь... Так, а я пожалуй, на фары. Кастере поеду. Неплохо ты придумал, неплохо. Так, у Паши здесь ламба какая-то на обвесах и Торетто, я так понимаю, да? Окей, у Гриши здесь вариант Smart и BMW. По-моему, BMW надо брать. Какой-то скам, короче. Ну, по-моему, BMW здесь неплохая. 120 и 150. А, да? Серьезно? Ну, что есть, то есть. У меня Cobra Jet, поехали попробуем. Давайте, мужики, вы первые, я за вами, стартуйте. Так, Гриша поехал, Паша, стартуй. Сейчас. Паша. Давай, вперед. Да-да-да, я забыл, что я уже делал третью тачку, я просто ее удалял. Все, а, ну, давай, стартуй. Я окей, даю. Все, Паша поехал на своей ламберджамбе, как говорится, я стартую на Кобре. А, окей, я пока еду, разгоняюсь и... Такое. Сколько скорость была, скажи, пожалуйста? 600. Так, у меня 800. 840 еще есть у меня нетросина, поэтому я пока лечу. Ема, куда я тут? А, кстати, а, новый антиэкстрабал был бы, я, если бы мы бы засчитывали, да? Да, все, я пацаны, понял. Окей, да. Я думал, у меня самый худший прыжок. А что, вы вместе упали? Вы вместе упали в одно место? Я сейчас вылечу, да. Так, нитро, прожимаю. Отличненько. Ой, я почти в дирижабль пролетел. Окей, получается, а кто из вас дальше? Из вас кто дальше? Получается, 1 балл Грише, 2 балла Паше и 3 балла мне. И еще в конце 1 экстра балл мы даем Грише за то, что, ну, ты был дальше всех за все раунды, твоя тачка улетела дальше всех. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. И давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новая серия. И также подписывайтесь на Телеграм. Всем удачки, всем пока. Пока-пока.